Спортсмены Шымкента решили поздравить горожан с праздником. Ежегодная акция «Рекорд Победы» собирает все больше молодых ребят. Сегодня спортсменов ждут 72 тысячи отжиманий. Третий год подряд воркаутеры команды 13-й легион проводят масштабную акцию «Рекорд Победы». Начинающие спортсмены, профессионалы, да и просто жители города. Больше 130 человек сделают отжимания в честь великого праздника. Но для начала небольшая разминка. Две тысячи отжиманий. Именно столько сделают участники рекорда победы. В одиночку такое на самом деле не осилить, но в команде все получится, считают организаторы. Ежегодно наша команда 13-й легион, это фонд развития здорового образа жизни, проводит акцию «Рекорд Победы». Каждый год 9 мая собирается порядка 200-300 человек и выполняет отжимания. Любой желающий может прийти и отжиматься. То есть есть представители разных спортивных секций, есть студенты просто с разных колледжей, с университетов. Участники рекорда победы сделают минимум по 200 отжиманий, 10 подходов по 20 раз. Между подходами небольшие перерывы на отдых. Артур Флерковский в спортивно-патриотической акции принимает участие уже третий год. В прошлом году парень отжался 1500 раз. Уже третий год подряд отжимаемся. Начали с 69 тысяч отжиманий, сейчас уже 72 года. Я горд, что наши деды победили. И хочу как-то отблагодарить, ну, и для себя просто. Прошлый год мы отжали 71 тысяч раз. За 5 часов я сделал 1500 отжиманий. Главные зрители рекорда победы – ветераны. Люди, которые прошли войну, борясь за мирное небо над головами будущих поколений. Участники акции доказали и показали фронтовикам, что на смену им идет на самом деле достойное поколение. Самому юному участнику акции всего 7 лет, старшему больше 40. Ставить рекорд победы решились не только парни, но и девушки. Я решила участвовать в этом мероприятии, потому что я горжусь своими предками, и у меня прадед был на войне. И я считаю, что нужно помнить их и уважать. Ради этого собралось здесь очень много человек. Девушки тоже, девушек очень много собралось. Выбиваясь из последних сил, практически на одной силе воли, доказывая ветеранам свою стойкость, последние подходы ребята все же выполнили. Очередной рекорд победы молодежь города установила.